Всем привет, я снова рад вас видеть на своем канале. И это интро посвящается моему двухнедельному трипу на Канарские острова, где я посетил 4 острова, а если быть точным, целых 5. И все это действие происходило в ноябре 2019 года. Материал немножко устаревший, но будем смотреть его в формате моего видеодневника. Все это приключение заняло 2 недели. У меня с собой была только ручная кладь, то есть такой небольшой рюкзак. На моем пути я повидал 9 аэропортов, 6 перелетов и 1 паром. За эти 2 недели было, наверное, просто все. Был серфинг, снорклинг, безлюдный остров, вулканы, да, много вулканов, даже целый парк с вулканами. Много океанов, волн, пены, полный чил. Города с красивой колониальной испанской архитектурой. Аквапарк, зоопарк, да и просто много-много, наверное, даже непередаваемых эмоций. В общем, предлагаю вместе со мной погрузиться в мои заметки с Канарских островов. Полетели! Подписываться на канал, ставить колокольчик, и тогда точно не пропустите все обновления.